Красивый фонтан на улице Тверской. Сергей Яковлевич, сейчас я что на Тверской произошло? А? Все было хорошо. Давай, тогда я тебе во вторник. Как директор Томской РТС, можете сказать, что произошло, прокомментировать ситуацию? Я все. Вы все-таки директор, вы в курсе, вы вчера были на месте. В чем причина аварии? Молодой человек, у меня есть служба, которая дает комментарии. Обращайтесь сюда. Почему вы не можете дать этот комментарий? Вы директор. Точка. Потому что все комментарии даны. Ну, мы этот комментарий... А что это уйдите, сказал. Я-то при чем? Сейчас лоб дам, парень. Комментариев вот никто давать не будет. Вот на глазах у всей Думы, да? Да, легко. Как депутат Думы города Томска. Меня ударить. Вмешиваемся, вы не вмешиваетесь. Мы не мешаем. Ну, так и все, разговаривайте корректно. Да, у нас говорят, видите, как столица России. Высоко. Бьется фонтан высоко.